Всем добрый вечер. У нас уже реально вечер. По времени у нас уже... Одни часы показывают без 10:06, вторые показывают 6. Люша у меня недавно проснулась. Я немножко переживаю, потому что я дала ей слишком много поспать. Это не очень хорошо, потому что это будет значить, что она очень поздно пойдет у меня спать. А я так не люблю. Мы хотим поехать в Макдональдс, и нам еще нужно сделать небольшие покупки. Например, я хочу купить акамоль, я хочу купить для Люши кое-что. И еще у меня есть маленький крошечный списочек из, по-моему, 3 продуктов. И еще нужно купить всякие гели для стирки вещей, смягчитель для стирки вещей и ваниш, отбеливатель для вещей. Мне очень любопытно, сколько сейчас будет народу в Ганшмуэль, потому что сейчас уже 6 часов. Я не припомню, чтобы в такое время в шаббат, а сегодня шаббат, мы оказывались в Ганшмуэль. Лия так заспалась, мне пришлось ее даже поднимать. Пока Люша спала, я домонтировала влог. Часть его я монтировала вчера и домонтировала чуть-чуть субтитры, музыку немножко поставила и выложила влог, пока Люша спала. Еще даже сделала картинку для видео, пока Люша спала, потому что она ни в какую не хотела просыпаться. И знаете, как я ее в итоге разбудила? Я включила ей малышарики. Мне ничего не оставалось больше, потому что я даже ее раздела, она все равно не проснулась. Я выключила мозга, она не проснулась. Включила свет, я начала издавать звуки всякие разные, ходить дверью, хлопать. Когда я включила малышарики, она сразу вскочила. Ладно, мы пошли купаться. Беглящая и Ахшав, анахну Раину, это Картисим умница, Шамьеш. Ви зухерет аколь, Коля Картисим и зухерет. Ви зухерет гам Маши и... Короче, can I speak in English? Гам Маши и... Хочаем лифней и ло астар бераш. Мазар бераш? Ну, кап-кап-кап, гешем, га-га-га. А, и захвала дварим, шло аста гвар арбе меод зман. Они хашавти... Шило тискор. Да, эн ши тискор йотер. Пошли, Люша, купаться? Бой. You need to come and take away. Лия, бой. Я сегодня за рулем. И вчера я была тоже за рулем, и, в принципе, практически каждый раз я за рулем. У меня еще волосы немножко мокрые, и у Люшеньки тоже. Но мне надо сделать сейчас все настройки. Совсем нет фонарей. Только там, да, вдалеке, вы видите Люша. Фонари. А вокруг здесь мы вышли прям темень-темень. В принципе, нам не нужен этот мозга. Ну, 20 можно поставить. Сейчас поедем. Уже 7, мне очень любопытно, сколько будет народу у нас в Макдональдс. Я очень не люблю, когда очень crowded. О, как темно стало. Какой красивый цвет. Bank for you, please, smoggy. Окей. Ло? Sorry. Лофа? Ну, нормально. Very nice. It's not expensive in Israel. А. Wow, sound of it. Да, у машины проблемы. Все, мы пошли уже в супермаркет. Первым делом мы решили в супермаркет. О! Это значит, что у Ашера есть терпение, хотя он сказал, что он хочет кушать очень сильно. Здесь все открыто, хотя сейчас еще шаббат, или он уже закончился. Не знаю, но супермаркет здесь открыт даже в утренние часы, когда шаббат. Наш мини-шоппинг. Сколько на это ушло? 235 шекелей, по-моему. Из еды тут только кетчуп и кофе. И жвачка. И все. Страх. Макдональдс просто кишит народом. Очень много народу. Я без понятия, где мы сейчас будем садиться. Мы хотим стаканы заказать еще. Нам понравились вот эти стаканы. 3 штучки. На пробу. We are here. Be careful, tuna. Wow, so fast they do. Which one is mine? Thank you. I have only one cash. You sure you don't have? У меня гамбургер должен быть острым. Я попросила у Ашера хариф. В общем, здесь еще эти колечки луковые есть, очень горячие. И картошка по-деревенски. Все, до меня дошло, что он забыл взять стаканы, которые мы заказали. Здесь также идет еще и кетчуп. Можно брать еще дополнительные соусы, если хочешь, но мы не взяли в этот раз. Вкусное печенье. Люша кушает печенье, да, Люша? Ням-ням-ням. Вкусное печенье у тебя. Еще несет стаканы, я вижу. Сейчас посмотрим, как они будут выглядеть.
Там были разных цветов, но Ашер почему-то попросил бесцветные. А что тут? Почему ты говоришь, что это не... Хорошо. Ой, тень, вот и гамбургер. Да-да. А? Подъемай, да, бить. Лё-лё-лё. Ого. Baby, I'm trying. У Ашера булочка почему-то очень темная. Ее булочка из льда. Вау, baby, my hamburger is spicy. Really nice. Мне нельзя пить слишком много колы зиру, потому что... Мне вообще нельзя пить слишком много кофеина, потому что я тогда буду тупить при вождении. Так что я чуть-чуть попью и часть увезу домой с собой. Я уверена, что в нашем Макдональдсе все то же самое есть, что в русском. И даже у нас чего-то не достает, насколько я знаю. В русском Макдональдсе больше опций на выбор в меню. Как много народу там внутри. How much are they? Come on, they're with him. Wow. I knew it, baby. I knew it. It's логика. Шаббат, nobody work. Очень вкусный гамбургер. Я, кстати, уже давно не ела гамбургер. И вообще, я очень редко кушаю гамбургеры. Вообще, в принципе, и в Макдональдсе тоже. If you want my картошь, I can share with you. So nice, we can sit outside. Months has been good. You're right. We have now until April, is out. Да? But don't forget, it's evening now. I mean, in daytime we cannot yet. Sometimes I meet with Shalom or with people and say, let me outside. They say, no. Ah, so some Israelis also want outside. If they smoke. I still want your ketchup. Надо кетчуп. Я, кстати, поменяла стаканы. Я покажу вам потом дома. Взяла три цвета. Ну, кстати, блин, один оказался не розовым, один оказался как раз прозрачным. Так что один я оставила, еще два поменяла. Мне нравится подсветка очень там. Розовая, так красиво. Ашер нас очень вкусно накормил. Так, блин, все там у нас на месте, ничего не потеряли. Ой, блин. Yes. Very nice feeling. Говорю, очень приятное чувство идти по бензину. Очень приятно. Надо быть очень осторожными. Здесь машины просто летают. Надо быть готовым ко всему. Be careful with glasses. Сейчас, когда мы выходили, было 25 градусов. В общем, прохладно на улице. Look how you look. No, I'm zoom. Hello. I fought. Oh, okay. Приехали мы до дома. Меня Ашер очень сильно похвалил за парковку сейчас. Мне просто повезло. Все, поехали, пошли мы домой. Возьмем вас с собой. Наверное, дома мы сейчас просто будем отдыхать. И я вам еще обещала показать стаканы. Стеклянные. Естественно, я сегодня дважды выезжала с парковки вот с этой штукой. Это болезнь всех женщин наших, говорит. У меня эта болезнь только сегодня началась. Раньше я никогда не забывала. Мы зашли в дом только что. И я понимаю, что у нас такой балаган дома. И даже на столе балаган. На столе фрукты лежат, которые я еще не успела слопать. Вчера нам мамочка Ашера передала. Персики, кстати, очень жесткие. В этот раз банан. Я уже один съела. Яблоки. Еще было много груш маленьких. Они очень сладенькие. Я привезла немножко остатки. Колу еще свою пью. Хотела вам показать творчество моей Илюшеньки. Сегодня мы с ней изучали треугольники, квадраты и кружочки. Илюша вроде бы уже показывает на них. Ну и, естественно, мы рисовали это ее рукой вместе. Вот и солнышко рисовали. Вот этой пастелью мы рисуем. Ашер мне всегда помогает выбирать гель и софтнер, потому что я всегда путаюсь. Ваниш, понятное дело, для отбеливаний. Так вот, софтнер мне захотелось взять с малышом, потому что он более сенситив, и я думаю, запах будет приятнее и нежнее. Гель, за что она заканчивается, и ваниш. Я могу сказать, что я делаю стирку практически каждый день, наверное, через день, а порой каждый день. Так что у нас очень быстро эти вещи здесь заканчиваются. Утюг горячий.
Люя боится утюга. Лучше об утюге с ней не разговаривать. Но Люша не любит. Люша думает, я сейчас его достану. Утюга все грязная. Моя хорошая, все в печенежечке. Лия, это гели. Гели, чтобы мыть, чтобы стирать вещи, одежду. Я кетчуп взяла, что уже закончила свой. Здесь 50% от калорий. Мне очень понравился, он очень вкусный. По калорийности у него, смотрите, 59 калорий. Дезики такие, дезодорантики. Я, кстати, тоже пользуюсь жилет. Но мне нравится оранжевый, потому что у него очень приятный запах. Но я пользуюсь мужскими. Пользуюсь еще, как только встретилась с Сашером, такими мужскими жилетами, потому что они мне помогают. Гели для душа тоже выбирал мой муж Сашер. Кофе Hazelnut. Очень соскучилась по Hazelnut. Это лесной орех. Я взяла себе шампунь, потому что мой тоже закончился. Офигенный шампунь с кератином. Аэровейв со вкусом, по-моему, здесь ягодный вкус. Мне очень он понравился. Он одновременно и мятный, и ягодный, и сладенький. Вообще офигенный. Этот стакан я оставила. Кстати, сейчас я вижу, что он немножко розоватый. Чуть-чуть розоватый. Вот этот я взяла синий. Красивый, мне нравится. И вот такой вот фиолетовый. Такие три стакана у нас теперь есть. Сейчас будем смотреть какое-то кино. Ашер говорит, какой-то интересный фильм. Я пока без понятия, какой.